В Нефтеюганске маломобильные водители пытаются отстоять законное право на специальную парковку. В жилом комплексе «Панорама» проживают 8 горожан с ограниченными возможностями здоровья. Еще при сдаче дома они жаловались на то, что, во-первых, мест не хватает, во-вторых, существующие установлены не по ГОСТу. Более того, даже имеющиеся парковочные места для инвалидов не по праву занимают жители соседних домов. Представители департамента ЖКХ разводят руками, признают, что проблема общегородская, и пока все, что остается, рассчитывать на штрафы и добросовестность соседей. Изначально мы приобретали дома с парковками для инвалидов, так как у нас в семье есть человек с инвалидностью. В нашем доме, в принципе, есть еще люди с инвалидностью, и эти парковочные места необходимы, потому что в дневное и вечернее время очень трудно найти место, чтобы припарковаться. Здесь только обращаться в органы ГИБДД. На сегодняшний день эта проблема в городе присутствует, и она, к сожалению, связана не только со знаками инвалидами, а если взять микрорайоны нашего города, более старой застройки, где с парковочными местами еще большая проблематика, то заставляют и контейнерные площадки. И, грубо говоря, коммунальная техника не может подъехать, забрать даже мусор.